Ленин? Что Ленин? Ну, ваше отношение к... Не, ну то, что он какой-то там великий человек, реально, это понятно. Но то, что это... Ну, предтеча фашизма, можно сказать, это коммунизм. Потому что коммунизм как для всех, а фашизм только для какой-то одной народности. Понятно. Ну и Борис Николаевич Ельцин, мы должны сейчас вспомнить, раз мы всех вспомнили. Мне очень нравится Ельцин-центр. Да? Вы там выступаете? Я там выступал. Мне вообще нравится этот район с Екатеринбурга. А к Ельцину у меня очень разные отношения, потому что у меня, я очень хорошо действительно отношусь к Михаилу Сергеевичу. Человечески и по взгляду на историю своей страны. Поэтому, конечно, у меня вот здесь, такое очень, отношение. Очень, да, сложновато, да. И потом Чечня. Но как-то по-человечески, вот он был такой. Был человек у нас. И хорошо, что был. Потому что он каким-то образом что Горбачев, что Ельцин, как бы они про друг друга не говорили, они все равно демократы. Что странно, как они могли из коммунистов. Но это внутреннее какое-то, как мне кажется, переделка какая-то внутренняя у них произошла.